башка болит. Ну и еще. В общем, насморк мучает с кашлем. Ну ладно, лечимся. Пройдет. А я пока тут лежу. Ну как-то вот меня ж так вынуждено на паузу. Жизнь-то сама поставила. Анализирую все, что со мной происходило вот за этот месяц. Все свои встречи, разговоры, в принципе, мои наблюдения. И знаете, что поняла? Что ничего не изменилось в стране. Ничего. Это так грустно и печально на самом деле осознавать. Вроде бы, когда я была там, в Турции, мне казалось, тут вообще жизнь кипит, бурлит. Новые люди, новые проекты. Казалось бы, какая свобода самовыражения. Вперед вырвалась андеграундная структура. Много креативных людей появилось. Ну, это вот так вот все казалось сильно со стороны на самом-то деле. А система-то общая не изменилась. И, в принципе, все так же, все те же и все о том же. Это немножечко, скажем, грустно осознавать. Вот. Сейчас вот за эти, сколько я, третий день сегодня, получается, лежу. Что-то столько мыслей посещает. Не знаю. Знаете, многие из тех, кто сейчас добились чего-то, вот как-то так получилось. Это нормальное такое течение жизни, когда уходят одни, приходят другие на их смену, которые были там когда-то, в общем-то, начинали, какие-то вот шаги делали. И вот эти вот самые люди, которые сейчас определяющие позиции занимают какие-то, знаете, что самое стрёмное? Они себя ведут точно так же, как предшественники. Ни хрена ничего не меняется в сознании, и я не знаю, что на это влияют. Бабки, власть, я не знаю. Но это же, блин, все такая относительная штука. Почему люди этого не понимают? Почему они себя ведут все одинаково? Ёперный театр, я не могу никак понять. Это же все такая хрень. Все так относительно. Сегодня ты у руля, завтра ты можешь быть никем совершенно. Можешь все потерять просто дотла. Ой, вот это вот удручает. То ли это ментальность наша, то ли это, в принципе, человеческая такая вот штука, да, что, добившись чего-то, начинают нельзя ли проще относиться к этим вещам? Не знаю. Я тут до конца месяца, я еще буду очень долго и нудно думать, что ж я делаю. Осень, пара кислот, и именно в это время все.